друзья, это тоже пляж Аль-Мамзар. Ой, а какой аромат от цветов, невероятный. Ой, как они благоухают. Ой, какой белый песок, голубая вода и ароматные цветы. Ароматные. Это все комплекс пляжа Аль-Мамзар. То есть бухточки, благоустроенные пляжи. Пляж 1, 3, 7, платный за 5 дирхамов. Это все пляж Аль-Мамзар. Хочу вам показать отель. Вход в ресторан, а рядом, пожалуйста, такая великолепная локация. Конечно же, видно Аль-Сиф и Аль-Фатих. Как все аутентично, как все продумано. Пожалуйста, вот тебе история. Говорят, что этот отель, отель Ривьера, он какой-то легендарный. Честно, не изучала историю, просто выбирала по локации. Пожалуйста, опахала. Опахала, пожалуйста. О, какой натуральный. Все ткани натуральные, материалы все натуральные. Потрясающе. А вот так, вероятно, сервировали уже более современный, наверное, стол, да? Так хочется открыть, потрогать. Интересно, меня не будут ругать за это? Ой, я даже не знаю, что это. А, вероятно, здесь что-то такое. Сюда ставится чайничек. Ага. Угу. Интересно. Так. А, это специи, гвоздичка. А, сахар. Вероятно, кофе. Тоже кофе. Чай. Похоже на чай. А это... Ой, кардамон. Прекрасно. Вот мне кажется, что это все очень аутентично, но, наверное, это комната, где персонал готовит, ну, скажем так, чай своим гостям.
красиво здесь, уютно. Обожаю книги. Они, конечно, все на арабском, но тем не менее атмосфера, конечно, невероятная. Хочется присесть и посмотреть. Ой, это красиво. Прикоснуться.
увлекательное путешествие, ну, буквально на ту сторону залива Крик, погулять по своему любимому району Аль-Сиф, Аль-Фахидим. А еще у меня в планах сейчас найти место, откуда отправляются, скажем так, плавающие средства, я не знаю, лодочки или что угодно, отправляются по Марине, до Марины и обратно. То есть мне не нужны большие корабли, мне не нужны большие судна с питанием, с развлечением и так далее. Мне нужно просто прогуляться по водной глади, по вечернему Дубаю, и я сейчас буду искать это место, пока есть возможность. Я была только что на стойке в информационном центре, здесь как раз вот есть информационный центр, мне девочки сказали, что да, значит, отсюда, с этого места, с района старого города, старого рынка, да, то здесь этого нет. Нужно переплыть сначала на ту сторону, в сторону Аль-Сиф, Аль-Фахиди, дальше дойти пешком до станции Аль-Губейба. От Аль-Губейбы отправляется какое-то судно, отправляется до Марины, ну и от Марины, естественно, обратно. Вот таким образом можно погулять. Как выглядит судно, я не знаю, я хочу посмотреть, хочу, вот пока вот есть возможность, пока не темно, пока я ориентируюсь легко, хочу узнать, и, может быть, даже получится сегодня погулять.
Hello. Кашмири. Кашмири. Чукаларе. Ну, надо быстрее бежать отсюда. You want to try turban? Just try, take picture. Just try. Just look. Здравствуйте. Для перца, для соли. Такие фигурки. О, картерка. Так, я что-то хотела того парня взять. Взяла. अच्छा सा फिनिशिंग कर रहा है शुगर की फ्रेश में ना यस со льдом. Приятно. Приятно, очень хорошо освежает. Where are you from? This is nice meeting. Where are you from?
This we make here traditional sweet. We call the legema very very sweet. So we put in the top of a dead sira, you know, dead sira from sesame. We also make here bread, you know, regal, bread regal. This is our breakfast. We call regal, bread regal. Друзья, полная посадка в ресторане. Время 4 часа. Так, я ищу морепродукты. Свежайшие, вкуснейшие креветки в томатном соусе. Дают прямо с рисом. Ребята, это очень вкусно. Друзья, вот такой обед. Креветки в томатном соусе. К нему подали рис. Мне обошелся 72 дирхама. Очень вкусно, очень быстро, очень высокое качество обслуживания. Однозначно рекомендую вам это место, не пожалеете. Arabian Tea House, конечно же, держит марку, конечно же, он на высоте. Друзья, я с вами прощаюсь. Вам самого-самого наилучшего. До скорых встреч на Уфизе. Ну, а я продолжаю свое путешествие по этому району, по району Аль-Сейф и по району Аль-Фахити. Пока.